OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Чоловік создан по образу і подобію Божьому. А западники стремляться підмінити його всевозможними трансгендерами і біомеханоїдами. Здоровому і духовно и физическом отношении, здоровому в духовном и физическом отношении человеку на самом деле неприятно, а порой даже страшно приезжать в Европу. Такое количество разного рода извращений там расплодилось. Скажите, как вам отдыхается в Кишиневе, пока Россия бомбит Украину? Почему? У вас есть позиция? Мы украинские журналисты, россиян, которые отдыхают. У вас есть позиция? Вы осуждаете войну? Я просто так не слышу от вас, вы же публичное лицо. Пойдемте, я вам расскажу все. Да. Вы просто говорите, что это конфликт народов. Если бы на ваш дом напали... Подожди, выруби, ну выруби. Да. Олег. Здравствуйте, друзья. День 538. Цель СВО. Уже вернуть наших из плена. Одна из приоритетных гуманитарных задач специальной военной операции — освобождение российских военнослужащих из украинского плена. Мы отправляем россиян в Украину, чтобы россияне попали в украинский плен и, находясь в украинском плену, из украинского плена вернули назад россиян. Не прикопаться. Скрипомобиль для надувной армии мира. Зашел в палатку помолиться, отошел в дальний угол и сделал лужу. Новые кассетные ракеты и надувной храм. Международный военно-технический форум «Армия-2023» стартовал в России. Он проходит в центре «Патриот» на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка и закончится 20 августа. Об этом сообщает Минобороны России. В мероприятии поучаствуют около 1500 российских военных предприятий, а также 80 иностранных компаний и организаций из 7 государств. Российского министра обороны Сергея Шойгу познакомили с роботом Алешей. Здравствуйте, товарищ министр обороны Российской Федерации. Я интеллектуальный помощник военного образования, робот Алеша. С моим старшим братом вы уже знакомы. Его создали 2 года назад в России. На предыдущих форумах он показывал, как мы обучаем суворовцев. На этом форуме я буду знакомить гостей с экспозицией, а после его завершения буду обучать воспитанников в Иркутском суворовском военном училище. Что ж, судя по всему, робот не очень впечатлил Сергея Шойгу. Российскому министру обороны также показали экспозиции военной техники Ирана, Китая и Индии. Пожалуй, главной новинкой в день открытия форума стала российская кассетная ракета с труднопроизносимым названием «НАР-С-8КЛ». Она сможет применяться со всех основных типов вертолетов и самолетов, сообщили в российских медиа. Еще на форуме показали прототип беспилотного бронеавтомобиля «Зубила» и 152-миллиметровую артиллерийскую гаубицу «Мальва». На выставке демонстрировали не только оружие в парке «Патриот», показали протезы, которые делают в так называемой Донецкой Народной Республике. Также разработчики похвастались надувным военно-полевым храмом, который придумали специально для российских войск в Украине. Иерей Борис Гришин рассказал, что передвижная модель вмещает около взвода солдат, а такое новшество позволит священникам посещать солдат, которые находятся в зоне боевых действий.
На открытии форума министр обороны России похвастался российским оружием, которое якобы показывает свою эффективность. По мнению Шойгу, западная техника, в свою очередь, разрекламирована и не так уж безупречна. В реальных условиях наше вооружение показывает свою надежность и эффективность. При этом широко разрекламированная западная техника на деле оказалась далеко не безупречной. В этом вы можете убедиться, посмотрев экспозицию трофейного оружия. А вот про потери современной российской техники российский министр обороны не сказал ни слова. Вот, к примеру, разбитые российские танки Т-90, которые бывший президент России Дмитрий Медведев еще недавно называл лучшими в мире. Даже лучше немецких леопардов и американских абрамсов. Эти кадры накануне опубликовала 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ. На них видны 3 разбитых и брошенных танка Т-90. Я бы сказал, что этот форум был, еще он продолжается, он посвящен каким-то доработкам, попыткам доработать существующую технику, в основном относительно существующих реалий войны. То есть мы видим попытки защитить танки, боевые машины от беспилотников и от средств наблюдения, то есть много есть экспонатов, скажем так, на которых лежит вот эта система-накидка, такая специальная тканевое такое покрытие, чехол, который должен скрывать, по сути, тепло, да, то есть от тепловизора танк прятать. Плюс видим самые разные конструкции так называемых мангалов, это специальные козырьки над танками, над боевыми машинами, которые должны защищать от дронов. Там они все выглядят довольно непроработанными и не очень, наверное, функциональными и слишком маленькими, чтобы защитить вот прям совсем танки. Но это вот такой какой-то шаг, который делают инженеры в сторону уже промышленной какой-то защиты от беспилотников и от там тех же джавелинов. Как это будет работать? Пока все, наверное, сходятся во мнении, что будет довольно плохо работать, выглядит не очень. Также есть различные доработки, такие довольно странноватые, честно говоря, и до бронирования бронированных машин, да, выглядит странно и очень тяжеловесно. Там был броневик, на которого, собственно, навешаны дополнительные листы брони просто буквально, и непонятно, как это будет работать в реальности, да, когда он на мине подорвется, скажем, или когда он попадет под огонь. То есть, возможно, это дополнительно немножко защитит его там от, может быть, от пулемета крупнокалиберного, может, от осколков, но сделает его, во-первых, медленнее, потому что он будет более тяжеловесный, во-вторых, сложнее его будет ремонтировать, там, эвакуировать, возможно, может, он застревать где-то будет, не знаю. Также довольно интересная новинка, да, в кавычках, это установка орудия С-60 зенитного, 57-миллиметрового старинного, да, еще с, там, поствоенного образца, да, после Второй мировой оно было использовано. И его поставили на броневик «Спартак», насколько я помню, он называется, и вот это представили как новинку. По сути, это буквально повторение того, что делали вагнеровцы с этими орудиями. Может быть, вы помните, был такой ролик, когда вагнеровцы якобы передавали свое тяжелое вооружение Минобороны, и там были буквально самосвалы, на которые поставлены это орудие, там какие-то грузовики, то есть такая кустарная боевая машина. Теперь, по сути, такая же кустарная боевая машина подается как новинка. Были также всякие традиционные, там, и курганцы, и арматы, естественно, и все остальное, но оно кочуют просто с выставки на выставку, просто регулярно, и все. Вот, например, та ракета, которую представили с таким некоторым пафосом, неуправляемая авиационная ракета. Не вижу какого-то в этом большого смысла, потому что эти ракеты обладают очень серьезным разлетом. То есть у них низкая точность, они неуправляемые. Плюс российская авиация запускает их с большой дистанции, потому что иначе там вертолеты, чаще всего вертолеты их запускают, или самолеты, там Су-25, например,
они будут в опасной близости от зенитных установок. То есть, если ты подлетаешь там на километр, скажем, к окопам, да, где сидит противник, то он тебя может достать уже из ручного, да, ПЗРК. Поэтому так не делают, запускают с большой дальности, на кабрировании так называемом, да, когда нос самолета или вертолета задирают, и ракета летит по большой дуге. Соответственно, разброс становится просто колоссальный, точность, ну, абсолютно никакая. И при этом, да, они анонсировали, вот, ну, создали, по сути, вот эту ракету с кассетной боевой частью. Но ракета сама маленькая, ну, то есть у нее калибр, честно говоря, не помню, ОС-8, но он вроде 30 или 40 миллиметров, что ли, может, до 80. В общем, надо посмотреть, честно, но он небольшой совсем. Ну почему, совсем. Ян, скажите, почему вообще страна, которая уже полтора года ведет полномасштабную войну и захватывает территории соседнего государства, до сих пор может похвастаться хоть какими-то новинками в военной сфере, в том числе и состоящими из западных компонентов? Ну, я бы не сказал, что это прям какие-то новинки-новинки. Полноценных новых прям машин, которые можно было бы запустить там, в серию и использовать сейчас, я, честно говоря, не увидел. Ну, там были вот беспилотные там броневик Зубила и прочее. Но это, во-первых, мы не знаем, насколько это все работает. И это не макет, скажем, да, просто в котором, ну, может, стоит двигатель, может, нет, не знаю. А во-вторых, насколько это будет успешно и масштабировано, самое главное. Ну, а почему может что-то производить, в том числе вот там дроны Lancet? Ну, потому что есть достаточное количество стран и компаний, которые за деньги готовы продать все, что угодно. И пока у Путина и его власти будут деньги, они себе что-то купят. Плюс все-таки мы видим, что для относительно примитивной техники можно покупать старые запчасти, старые там, двигатели, старые микросхемы. Это не хай-тек, прямо вот в прямом понимании этого слова. Соответственно, это можно найти и на черном рынке, и на каких-то там, разборках, грубо говоря, да, старой техники и так далее. Ну и не могу не задать вопрос, который, честно, лично меня мучает. Вот каждый год этот форум непременно обрастает какими-то комичными историями. Либо это собака с Алиэкспресс, которой на спину прицепили гранатомет, либо сотрудница ФСБ, которая Путину продает мороженое. Вот в этом году это возвращение печально известного робота Алёши и надувной храм от РПЦ. Зачем организаторы форума, кажется, сознательно дискредитируют свою же выставку, свой же форум? Ну, я бы не сказал, наверное, что они прям сознательно это делают. Мне кажется, с их точки зрения это, наверное, выглядит хорошо. Кстати, я обратил внимание, что вроде как этот робот разговаривает гугловским голосом. Ну, то есть вот этот вот знакомый всем голос. Голос из мемов. Что-что? Голос из мемов. Да. Ну, но это голос из Гугла, насколько я понимаю. То есть они взяли вот этого своего, значит, патриотичную, да, разработку нового робота российского и дали ему голос, который, ну, по сути, украли. Вряд ли они какую-то лицензию оплатили для него у Гугла. Я не знаю, может, он бесплатно распространяется. Ну, в общем, взяли разработку натовской страны, да, и вставили в своего патриотичного робота. Ну, это, конечно, ерунда. Может быть, это сделано, собственно, для пропаганды, чтобы рассказывать, вот, смотрите, мы роботов делаем. Плюс мы же помним, что Шойгу очень любит роботов. Несмотря на то, что тут он как-то холодно отнесся к этому Алёше, в целом это его прям одна из любимых тем, роботы. Поэтому, может, для вот того, чтобы конкретно его впечатлить, и принесли этого робота.